сбили флаг Российской Федерации. Потому что Российская Федерация напала на мою страну. На какую страну? Украину. Вы сейчас не в Украине, я вы уже в Украине. Не в Севастополе. Вы сейчас в Севастополе. Севастополь — это Украина. Как и есть. Почему вы так считаете, что Севастополь... Потому что так есть. Потому что в 54 году передали. И все. А в 2014 году был референдум? Нет. Был законный это референдум. Незаконный был референдум. Решение граждан. Вы считаете, что вы сейчас находитесь в украинской стране? Да. Я нахожусь в Украине.